Погода благоволила тому, чтобы ситцевая верста этого года выдалась на славу. Так оно и вышло. Десятки горожан пришли в парк Степанова поучаствовать в спортивных состязаниях, посмотреть выступления артистов или просто подышать свежим воздухом. Праздник ситца для ивановцев проводится уже 6-й год подряд. С каждым годом мы что-то новенькое добавляем. Вот в этом году семейные старты у нас добавились. И на удивление, они очень большой популярностью пользуются. По-моему, даже больше, чем вот дошколята соревнуются. Но это приятно, это здорово, это значит меняется менталитет наш ивановский. Традиционным соревнованием дошкольников в этом году добавили семейное состязание «Семья туристов из города Ситца». На время нужно было разобрать и собрать палатку, пройти по канатам и перебраться по пенькам. Семья Кустовых с этой задачей справилась на отлично. Мы первый раз участвовали в этом празднике, да, он проходит каждый год, но вот мы доросли до этого праздника. Надеюсь, выступили хорошо. Палатку последний раз я ставил в ее возрасте. Так что вроде как вспомнил, из-под сознания достал знания. Да, опыт? Ребенок рад? Ребенок, ты рад? Рад. Забеги версту в этом году проходили на новом роллер-дроме. Как обычно, в них участвовали семьи, ученики школ, ветераны. Валерий Шишов в забеге ветеранов вырвал победу буквально на финишной прямой. Говорит, такова была тактика. Вы знаете, я уже опытный спортсмен, я знаю тактику и, ну скажем, стратегию, ну, на любых дистанциях. Поэтому я с годами, значит, выработалась определенная техника в этом плане. Весь день праздник сопровождала концертная программа. Перед зрителями выступили артисты, участницы шоу «Ивановская красавица» и детские театры МОД. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.